такое место, вот ворота, и фактически прицеп стоит параллельно забору. Так что сейчас будем использовать муверы и выгонять прицеп. Да. Прицеп сам едет. Все, теперь можно вперед. Самоходная машина, ребят, муверы, это тема. То есть немножечко помог, чтобы колесо не сломать на вот мягкой щеколке, а здесь поплотнее и замок. Но эти дятлы забыли с ручника снять. Павел, пульт покажи, пожалуйста. То есть это сдвинуть и раздвинуть муверы, вращать и перед-зад. Вперед правое-левое колесо, назад правое-левое колесо, да, и начинаешь, как эта машинка радиоуправляемая. Сам только что. Первый раз. У муверов есть одна особенность, при которой нельзя долго на них ездить, потому что проводка относительно тонкая, и можно ее пожечь, поэтому не будем насиловать, тем более у нас мягкий грунт. Так, и еще чуть-чуть. Все-таки камера заднего вида — это вещь. Все, пойдем цеплять. Ну что, кстати, прицеп на пневмоподвеске. Это уже доработка в Анвере делалась. И вот мы сейчас едем по бетонным плитам. Посмотрим, как он себя ведет. Дастер дизельный, 1,5 литра тянет вот эту Вестфали. Сколько, не помнишь, Павел? Снаряжен он 1,8 тонны. О, Дастер 1,6 тонны разрешено. Ну ладно, мы об этом не скажем гаишникам. Не ошибаюсь, это у меня машина 1,8 тонны, а это, по-моему, 1,6 тонны поменьше, 1,5 тонны или 1,6 тонны. Да, да. Конечно, Дастер узенький для этого прицепа, может, 2,5 метра почти, по-моему. Да. Вот лежачий полицейский проехали, вообще даже не заметили. На Дастере же такая подвеска. Мягко идет. Там единственное, что может быть, потому что прицеп, во-первых, нельзя хранить на ручнике, да, то есть он должен ослабить, потому что, во-первых, колодки прикипают, соответственно, потом сложно отодрать, вытягивается троса, вот, и в принципе бывает такой момент, что колодочки разбухают, потом начинаете работать, они сохнут немножечко,
Вот. И надо выбрать свободный ход просто ручником. 97-й год он? 8-й. 98-й. Ну вот у меня Форестер примерно в таком режиме тянул. На 2 литра, 150 лошадей, 160. Не, в этом плане, то есть он как бы очень мягко идет. Изначально здесь кнотовская подвеска, вот эта независимая, и там маленькие пружинки стоят. И вот эти пружинки все-таки не рассчитаны на наши дороги. То есть они, хоть казалось бы, независимая подвеска, но она очень короткоходная. Ну, вот они там ремкомплект лежит, да, какие-то они вообще там уже деньги. И, в общем, в итоге мы поставили туда пневмоподвеску. То есть рычаги здесь не анвировские, тут родные, оригинальные, кнотовские. Вот. И вот мы просто доставили пневмоподвеску к этим рычагам, поменяли как бы вот энергоемкость подвески. Плюс, соответственно, немножечко приподняли за счет того, что мы усиливали подрамник. Тут хлипенький он. И плюс мы воткнули колеса большего размера. Подписчики, сегодня необычный репортаж, который, мне кажется, должен войти в историю. На заднем плане стоит прицеп Вестфалия. У многих Вестфалия, слово Вестфалия ассоциируется с Фольксвагеном, да, домиком с подъемной крышей. Чуть меньше ассоциируется с Мерседесами и Фордами. Но, тем не менее, эта фирма исторически специализировалась на модернизации вот таких вот микроавтобусов в автодома. И был короткий период 90-х годов, когда эта фирма делала вот такие вот прицепы. К сожалению, они сняты с производства, но для своего времени это достаточно уникальные были прицепы, которые имели, ну вот даже на сегодняшний день, мне кажется, современный такой внешний вид. Да, то есть очень много новаторских решений, связанных с пластиковыми формами, элементами. То есть вот фактически весь передняя часть, задняя часть – это стеклопластик. Вот, то есть не АБС-пластик, а именно стеклопластик, что добавляет прочности прицепа. Но с другой стороны, и наличие вот этого пластика сыграло злую шутку с прицепами, потому что есть нюансы. Когда вода попадает под пластик, ее не видно снаружи проявлений, и, соответственно, прицепы гниют. К сожалению, такие моменты у прицепов Вестфалия существуют. Но, тем не менее, прицепы уникальны по своей комплектации, они достаточно богатые, интересны по своим планировкам внутренним. И если говорить конкретно про этот прицеп, он попал в компанию Anvir на модернизацию подвески. Штатно на этом прицепе стоит независимая подвеска с маленькими пружинками фирмы Knot. Вот. Но все равно эта подвеска рассчитана на хорошие дороги. Да, была проблема, то есть лопнула пружина, погнулась подрамник у этого прицепа, и в итоге владелец приехал на его модернизацию. Значит, уже после установки пневмоподвески прошло 4 года, и для меня еще более интересно посмотреть, что с прицепом на сегодняшний день. Давайте посмотрим.
Так, беру камеру. Буду, ребят, показывать все, что интересно и отличает от других прицепов. Значит, как еще раз говорю, что вот эта вся передняя часть единая. Это стеклопластик. Крышка вот эта вот тоже стеклопластика от грузовой отсек. То есть она достаточно массивная. То есть ее и, если в случае чего, обновить, отремонтировать проще. Вот у этого прицепа уже идет мощная опорная нога на диаметр 60 мм. Обычно это там 40-й диаметр, то есть более тонкие ноги. Сцепная головка с фрикционами. Вот здесь обратите внимание, 13-пиновая розетка. Она нужна для того, чтобы подключать муверы. То же самое и здесь. Сейчас вот на моем дастере 13-пиновая розетка. В принципе, если вы захотите за другой автомобиль цепить, не проблема, существуют в продаже переходники под 7 пинов. Но 13-пиновая розетка чем хороша? То есть дополнительное оборудование внутри, там холодильники, аккумуляторы могут работать и заряжаться от генератора автомобиля в дороге. Так, легким движением руки возвращаем все это обратно. Вот достаточно большое остекление, причем, что хорошо, вот это стекло, оно цельное, не подъемное, глухое. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, обратите внимание, большой рундук, но схема здесь простая, то есть вот ставите газовый баллон и всего лишь один редуктор. Отсеки большие, вошло запасное колесо, причем оно большое, 215-75 RRR15 на литом диске, то есть все отлично. Немножечко пришлось там модернизировать крепление, но совсем чуть-чуть. Дальше, вот здесь это быстрый разъем под газ. То есть здесь можно уличную плиту газовую, гриль подключить. Все достаточно просто. Так, здесь обратите внимание, идет уже маркиза, Вестфалия бренд. И сюда идут упоры на ног от этой маркизы. Так, днище, ребят, тоже есть своя специфика. Давайте посмотрим. Вот смотрите, пластиковый пол полностью. То есть обычно это, как правило, у прицепов фанера. И все. Здесь все закрыто пластиком. Значит, видим механизм откидной ножки, ступеньки. И вот такая вот рама. Подрамник уже, значит, мы поменяли, сохранили только рычаги. Рычаги уцелели. А вот подрамник все полностью делали, чтобы вставить туда пневматические подушки. Ну вот сейчас пойдемте с вами смотреть. Здесь выглядит вот так вот передок. Опоры, обратите внимание, идут на металле. То есть не на кузове, а на металле, на подрамнике. Так, давайте снаружи все осмотрим, а потом пойдем внутрь. Так, давайте с муверов. Очень удобная система, но мы, в принципе, вот владельцы выезжали при помощи муверов, не пришлось там корячиться, машину выставлять, то есть все достаточно просто. Вот здесь вот спрятаны, это кожух теплоизоляционный, там стоят два бака для серой воды и для чистой. Ну вот эта вот штанга, это для муверов. Подвеска выглядит вот так вот. То есть и отбойники, все, модернизация, вот это уже мы сами делали. Сохранился только рычаг и часть подрамника. Так, здесь, ну это стандартно. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Где-то у меня ключик был. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Так. Ну, система Тетфорд. Это кассета туалетная. Вытаскивается на улицу. В принципе, ничего такого
нового я вам не показал. Здесь, ребят, обратите внимание, тоже идет полностью целиковая задняя стенка, пластиковая, стеклопластиковая. Ручки, ну это проблема всех кемперов. Вот видите, здесь она, ну скорее всего, носит декоративную функцию, потому что, ну вот, на саморезиках, на тоненьких. Так, ну вот, задней части выглядит вот так вот. Рама, удлинители рамы, все на болтах собрано. Но вот здесь уже задние ноги идут на полуукрепление. Слив воды, видим противооткатные упоры. Это тоже слив воды, горячие холодные системы. Ну вот так вот эта система выглядит. Так, по вот этой стороне тоже это понятно, холодильник, да, то есть вентиляция. Здесь это лючок для подключения воды, внешний забор, это залив воды в бак, ну это электричество. Так, здесь большой грузовой отсек находится. Здесь как раз владелец дополнительный запас воды вез. Так, давайте я беру канистру. Так, ну вот видно, что кровать. Кстати, вот обратитесь внимание, отопление. По всему периметру прицепа это как раз жидкостное отопление элдовское. Вот эту систему уже ставили мы. За таким вот большим щитом спрятан компрессор Беркут, система ресиверов, сушитель и вот эти вот манометры. То есть левая подушка, правая подушка, общее давление в системе. В принципе, все очень просто. Это слив конденсата из ресивера. Ну и больше тут ничего нет такого интересного. Это вот клапан, отсечки по давлению. Так, ну что, пойдемте внутрь. Потому что, в принципе, внутри очень такая уютная планировка, особенно когда вы путешествуете вдвоем, хотя, ну, позволяет и для больших людей разместить, но мне кажется, для двоих людей это просто вот очень романтичный прицеп. Вот. Ребят, обойду еще раз его, чтобы посмотрели, насколько это галька. А, кстати, сейчас мы еще заглянем наверх. Обратите внимание, то есть огромный кондиционер, люки, вентиляция. То есть прицеп достаточно в такой серьезной комплектации. Очень он уютный. Так, идемте внутрь. Так, я тут уже немножечко похозяйничал, когда делал фотографии. Так, здесь это прикрою пока, чтобы как будто я только вошел. Ну, в общем-то, смотрите, ребят, очень приятная отделка. Сейчас немножечко я затенил. Так, так, так. Давайте попробуем. Шторку откроем. Итак, здесь мы видим диван, который, если сложить вот этот столик, причем обратите внимание, да, то есть столик раскладывается, увеличивается место. То есть большое, огромное спальное место. То есть здесь под ним, соответственно, куча всяких полочек, рундучки. Так, это я уже что-то отломил. Не специально. Прицеп 98-го года, возраст берет свое. Вот. Ну, стандартные вот эти кнопки. Отсеки вот с такими упорами интересными. Пружинками. Извините за громкий звук. Так, полки, полки. Все, сама обшивка очень приятная, ребят. Окна своеобразные имеют. Вот составной уплотнитель. Москитная шторка, глухая шторка. Вот такие вот еще направляющие для штор. Ну, судя по всему, их пока сняли. То есть закрывать по периметру. Причем вот эта вот часть, она икеевская, это уже владелец предыдущий доделал. Это не заводская. Вот, кстати, обратите внимание, шикарные прицепы, да, казалось бы. И он
этот прицеп, в принципе, к зимникам относится, да. Тем не менее, вот то, что в свое время говорил Андрей в своих видео, то есть вот эти углы, переходящие в грузовой отсек, вот просто здесь ткань и какой-то утеплитель. Не знаю, с чем это связано, но вот так вот европейцы строят прицепы. Так, пойдемте дальше. Шкафчики, то есть для обуви. Здесь как раз система жидкого отопления. Вот это вот бачок, связанный с кондиционером. Это, соответственно, бачок для системы отопления расширительный. Ну и выхлоп пошел наверх. Вот, ребят, тоже здесь на кухне кучу всяких полочек, выдвижных секций. Просто вот это очень важно. Вот, кстати, видим систему отопления, батареи, трубы алюминиевые, соединения. То есть для посуды, управления газовыми системами. Так, что у нас еще здесь? Ну, это уже тоже телевизор поставил владелец. Удобные вот такие вот крючочки, полки. Плита газовая, трехкомфорочная. Причем вот, что мне нравится, расстояние большое между горелками. То есть можно нормально хоть сковородку поставить. Не как в обычных, надо маленьким диаметром пользоваться посуды. Раковина. Вот, кстати, видите, вентиляция отопления идет. То есть две раковины, пожалуйста. Все удобно. Так, здесь идемте. А, кстати, вот обратите внимание, ящики, причем это без перегородки. Так, давно не пользовались. Туго ходят. Вот такая вот. Так, усилия приходится применять. Тоже полочки-полочки, большая кровать, тут же комната туалетная с душем. То есть достаточно большая, просторная, поддон, смотрите, какой большой душевой, в отличие от других прицепов, там, как правило, очень все компактно. А здесь много места, батарея проходит. Так. Тоже кучу-кучу отсеков, освещение, тоже здесь огромный отсек. Так, и давайте посмотрим, что внутри. Так, подушку пока уберу. Кстати, выключатель очень такой неудобный. Вот здесь стоит, надо сначала включить свет, потом поднять кровать, чтобы не задеть. И также обратно опустить. Так, вот видим компрессорную часть. То, что от нем подвески. И здесь вот пошли коммуникации, ребят. То есть очень навороченный прицеп. Белый бак, чистая вода, серый бак, подогрев баков. То есть электрическая часть, инвертора, аккумуляторы. То есть очень мощная подготовка. Ну вот тоже видим двойное дно, коммуникации проходят под днищем двойного дна. Так, теперь опять аккуратно опускаем, чтобы выключатель он сам включает свет. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Очень мне нравится этот прицеп. Ну, он очень реально уютный, просторный. Ширина здесь примерно 2,5 метра, может быть 2,30, так на вскидку. Ну, то есть он не узкий однозначно. Кондиционер. Ну, в общем, такой навороченный прицеп. Вот, ребят. Мне очень просто он понравился. Ну, и надеюсь, что для истории зафиксировать было бы хорошо. Вот, потому что если пытаться найти в интернете об этих прицепах информацию, то ее, в принципе, мало. Ее мало. Можно сказать, фактически нет. А здесь живой, настоящий прицеп. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Всего доброго, до новых встреч.